огромный привет. Вчера я готовила отбивные из курицы, прям использовала все, и грудку, и бедрышки, и даже ножки. Из всего отбила и наготовила отбивных, были очень вкусные. Сегодня я готовлю вот из этих частей, которые я обрезала из косточек, бульон для супчика, для обычного вкусненького супчика. Что я сделала? Я вот их вымыла, все приготовила. Теперь кладу в холодную воду, потому как я хочу вкусный бульон. Не в горячую, а в холодную. И включаю плиту. И не забываю добавить, что я никого не обучаю. Просто делюсь тем, что я готовлю. Я готовлю супчик. Сейчас я буду готовить эти косточки куриные. И как у меня закипит, мне нужно будет обязательно снять пенку, вот этот белок свернувшийся, чтобы бульон был прозрачным. Очень много пенки. Вот я снимаю. Начало закипать, и я начала снимать. Взяла шумовку. Не столько... Ой. Очень-очень много пенки. Не столько мяса, сколько пены этой свернувшегося белка, как говорится. Смотрите, прям вообще отпад какой-то. Вот сколько она снимала уже. Все, сейчас убавлю плиту. Еще время. Справилась прекрасно. Девочки, дорогие мои, никого не учу ничему. Абсолютно. Я не профессиональный повар. Я просто показываю, что я готовлю. Вот опять камера, по-моему, захотела. Ну все, пусть у меня готовится. Это минут 15. А я быстренько сейчас овощи подготовлю. Положила лавровый лист, у меня прошло когда 5 минут, они покипели, и посолила вот. По вкусу солите. Положила кусочек сливочного масла, примерно 50 грамм, и ложку подсолнечного налила. Поставила на плитку. Сейчас обжарю овощи. Овощи вот такие у меня. Неудобно снимать. Лук, перчик и морковь. Морковь у меня замороженная. Я уже говорила, что я замораживала морковь. Не потому, что я ее люблю замораживать. К чему она мне замороженная? Просто я спасала свой урожай, так как она у меня наросла очень мелкая. Я садила ее попозже, чтобы кушать мелочь. Меленькую такую десертную. И поэтому мне ее было жаль, она была очень сладкая. И я ее взяла и заморозила, чтобы она не пропала, на там хвостики такие мышиные. Вот так получилось. Сейчас я это все вместе обжарю немного. Это у меня зажарка будет для супчика. Очистила вот таких у меня 5 картошек. Даже не знаю, примерно, наверное, грамм 150 у меня их. И вот такая вот у меня будет лапшичка киспе. Купила на базаре вот этот пакет за 50 рублей. Сколько же здесь грамм? Сейчас я вам посмотрю. Это и не для рекламы, а мне очень-очень понравилось. 500 грамм здесь. 50 рублей. Вполне себе приличная цена. Очень даже хорошая. И сама лапша мне понравилась. Это из Казахстана лапша. Лапша киспе, яичная лапша для супа и гарнира. В общем, очень вкусная. Сейчас я буду крошить кубиком картошку. Достаю сейчас косточки из кастрюльки. Девочки или мальчики, может, кому-то не понравится, что там очень длинное видео. Снимаю сама,
скорее всего, редактировать буду сама. Обрезать ничего не буду, потому что я не умею это делать пока. Я просто поделилась с вами тем, что я готовлю на ужин, жду мужа. Картошку я вот так вот порезала кубиком. Сейчас я ее буду опускать в бульон. Картошка уже в бульоне. Тут у меня зажарочка. Сами понимаете, какой тут запах стоит от сливочного масла. Очень вкусно пахнет. Сильно я зажаривать тоже не буду. Все достаточно. Прям совсем маленько обжарила. И все. Картошка у меня кипит уже вовсю. Она у меня, кстати, прошлогодние, это 5 штучек оставалось. Так, зажарку я отключаю. Сейчас я ее буду опускать в картошку. Ничего ей перевариваться. Так, прошло у меня там сколько-то времени, ну совсем немного. Опускаю вот это мясо, которое перебрала там 5-7 минут, наверное. Картофель уже сварился. Так, и я опускаю туда лапшичку. Смотрите сами лапшичку, когда опускаете. Любите густое, значит побольше лапши. Не густое, значит поменьше. Прям буквально... О, запотела камера. Буквально там 3 минутки и она сварится. Так, и сразу зелень посыпаю. Зелень тоже по вкусу, какую любите. Я лучок вот собрала с огорода последний. У меня такой чесночный лучок растет. Вот, все засыпала. И теперь закрываю крышечкой. Закипит сейчас и 2-3 минутки, и все, выключаю. Вот такой супчик наварился. Сейчас кладу в тарелку и покажу вам. Самый наипростейший суп готов. Осталось только поужинать и насытиться этим супчиком. Всем желаю приятного аппетита, приятных просмотров. Проще некуда, супчик. Готовьте, не пожалеете.